Фу, гадость какая, на мою хромовую. Короче, внутри за всеми вот этими пластинами находится какое-то существо, в общем. Ну что-то такое, не знаю. Со скрином? Ну, в общем, я в фабрике кинул. Ну, вон, видите? Вон там разбитое крыло. Там вот прям... Что ты где нашел? Миско какое-то. Вон, миско. Тут вон клешня летает, тоже миско. То есть, по сути, оболочка корабля — это экзоскелет? Это экзоскелет, да. А внутри что-то такое, то есть, что-то живое. Так может, это и не торгоиды вовсе, а торгоиды — это восьмиугольники, которые крашнулись? Да нет, это торгоид. Это плохо. Просто... Просто, ну, как бы, это не совсем те торгоиды, с которыми мы воевали прежде. Совсем не те. Тогда что это? Слушай, мы как бы тоже не те уже, потому что сколько прошло? 300? Какой 300? Сколько лет прошло? Ну, как бы да, то есть...